Здорово, Серег. Так, ща, секочку. У меня какие-то проблемы. как обычно. Так. Почему не ОБТ нового Clancy? Потому что говно. Я уже делал стрим по БТ. Че там? Какие дела, как на работе? Так, что мне надо? Мне надо... А, прочекать макрос. Окей. Проблема. О, все, работает, ништяк. Так. 30-го подписку. Подписку можешь отменить уже сейчас. Чтоб не списали, у тебя останется как бы активная текущая подписка. Ну, слушай, про девишку я говорил про первую, что она говно. Вторая девишка мне изначально, когда был ОБТ, я попробовал, мне понравилось. А первая девишка действительно говно, мне не нравится. Вот, что касается, вот этой новой игры Breakpoint, мне не зашло, не знаю, мне не понравилось. Не, про вторую я не говорил. Ну, ты знаешь... Как-то мне уже и вторая начинает надоедать. Однообразный геймплей. Ну, не знаю, не. Не знаю. А что вот? Вот что тебе понравилось в первой девишке? Что лучше, чем вот во второй? Чем она круче? Второй глобальный этап, враги чувствуются уже так покрепче. Over here!
ты, ё-моё. Охренеть. Да ладно, с двух сторон решили меня зажать. Просто минус два бронекомплекта. Охереть. Агент погиб. Сеты, прокачка, ПВП. Блин, ну здесь те же самые сеты. Прокачка такая же. В чем? Какая разница? Здесь даже баланса, мне кажется, больше, чем в первой части. Вот, в первую вообще не вижу сейчас смысла играть, потому что там 100% меньше обслуживаются серваки, соответственно, больше читаков. И если хочешь пойти в PvP, то я бы тебе не советовал идти в первую. Ну, как умнее? В смысле умнее? Ну что вот, здесь также боты с флангов заходят, также флангуют, часто перемещаются. Что, чем умнее? Вот, я понять не могу. Я как бы достаточное время поиграл в первую девишку и на плойке, и на компе, и как бы, не знаю, мне и визуально она вообще никак не зашла. Я не увидел, ну вот, того, о чем ты говоришь, типа, ну не знаю, что там такого классного. Ты ведь даже до бивни не проходил во второй девишке. То есть ты пройди игру до 30 левела, и ты посмотришь, как ведут себя противники нормальных уровней, у которых есть те же самые операторы, которые пользуются умениями так же, как и ты. То, что вот эти вот на улицах говнюки лазят, вот эти сыны и группировки дурацкие, это полная херня. Противник.
противника. Да, на втором глобальном этапе чувствуется разница в геймплее сразу. Охереть, как сложно. Просто на нем еще не играл. Вчера только открыл, но не играл. Сейчас вот пойду на какую-нибудь миссию с этими с бивнями. Там будет сложно. Дополнительные вражеские цели. Подкрепление на подходе. Приближается противник. Крепление на месте. Надо идти. Рядом позиции под охраной противника. Нам хватит запасов. Открыть доступ на склад. Надеюсь, смена пройдет тихо. Рядом замечена позиция под охраной противника. Так, можно повысить еще уровень этой контрольной точки. Так, для этого нам нужно, по идее, все близлежащие задания выполнить. Понимаю, понимаю, это же так работало. Хуже всего, когда работаешь вдвоем с кем-то.
Марселла наш лучший разведчик. Я отправила ее на разведку на станцию метро Judiciary Square, где замечены черные бивни. Но в одиночку там слишком опасно. Она попросила тебя в напарники. Все подробности Марселла расскажет сама. А я кайфую в отпуске. Никуда не поехал и не жалею. Высыпаюсь. Офигенно просыпаться с утра и знать, что тебе никуда не нужно идти. И ни хрена не нужно делать. Вот. Хотя дела, конечно, есть. Надо на следующей неделе начать заниматься. Так, по идее, вот сюда нам еще нужно зайти. Не знаю, как это работает, но, в общем, повысить уровень. Нужно как-то повысить уровень этой контрольной точки. Снаряжу с головы до пят. Вот, а мы как-то ходили с Романом, значит, в темную зону. У нас первый глобальный уровень, мы приперлись туда, а там противники пятого глобального уровня. Я тут как бы сейчас бегаю, офигеваю с того, что на втором глобальном уровне противники стали сильнее. Мы приперлись туда, короче, и ковыряли. Ковыряли там человек 10 противников. Но расковыряли мы их все-таки в итоге. Долго, конечно. Потом вызвали вертолет. Я, значит, пока прикрывал. Роман взял, погрузил свои манатки в этот вертолет. Ну, а я, соответственно, не успел. Вызываем второй раз. Там уже противника понабежало, трандец. Ну и пришли, короче, люди, игроки. Я понял одну вещь. Что когда ты находишься в зоне, кто бы в нее не зашел, даже если на нем нет значка ренегата, его надо валить. Потому что он ренегатом станет именно в тот момент. Сука, в спину, короче, меня застрелили и забрали мой. Контрольная точка противника. Да что такое-то? Отвали от меня! Вот, теперь я знаю, что в зоне неважно, если появились люди. В зоне погрузки их надо в любом случае валить. Даже если это не ренегаты. Просто сразу, сука, валить. Блин, даже дамаг со снайперки как-то меньше стал. Гораздо меньше стал. Они сносят просто, вот обычные противники сносят броню моментально, нафиг. Да, нужно новую снарягу собирать. Блин, какого хрена?
Процесс прерван. Требуется ручное управление. Ух, ни хрена себе. А вот и бивни со своими роботами приперлись. Один есть. И они уже близко. Так, нет, стопэ. У меня откатилась турель. Сейчас меня начнут зажимать. Найден ключ доступа. Гражданские в опасности. Процесс возобновлен. Ручное управление. Я знаю, что сейчас все не так, как прежде. Мы до конца и не оправимся, но мы так, ну что, нам нужно пробивать дорогу. Дорогу на остров Рузвельта. Но нас туда пока не пускают, потому что у нас балл снаряжения еще слишком низок. Так, ну пока мы дойдем, я думаю, мы шмотки-то подтянем. Нам тут немножко осталось, по сути. Так что будем потихоньку двигаться в ту сторону. Ну куда? Можно сюда еще попробовать сходить. Джуди Шерри Сквер. Ну аналогично, уровень нужно повышать. Вот даже не знаю. Ну, раз уж мы начали восточную часть чистить, наверное, ее стоило бы продолжить. Здесь есть пару секретных миссий. Мы получили сигнал бедствия от поселения в городском океанариуме. Включаю запись. А что дадут? Кто-нибудь нас слышит? А, только опыт дадут. Ворвались гиены. Мы пока держимся. Забаррикадировали двери в кафетерии. А нафиг они мне нужны тогда? Наших ранены, нам нужна помощь. Если кто-нибудь слышит, меня зовут Мари Синг. Я директор океанариума. Мы мирные люди. Да, понятное дело, проходил я эти океанариумы уже все. А смысл мне туда идти, если чисто трофей из босса? Ну вот, вот здесь хотя бы есть трофей из босса, X2. А сюда только X-па. Зачем мне эта X-па?
Короче, пойдем. Гиена, захвати. Вот, вот сюда сейчас сходим. Пофармим шмотки. Третья пушка. Сейчас глянем, что у меня за третья пушка. Рядом позиции под охраной противника. Снайперка. Болтовка. Штурмовая эмочка. И обрез. Блин, за этим дроном даже не видно. Так. Гиены захватили врачей и держат их в старом театре. Думаю, они планируют скоро перевести их в другое, более надежное место. Нужно проникнуть в здание и освободить их. Ух, чую, там сейчас будет жестко. Замечена позиция под охраной противника. Вот, кстати, обрез. Новый. Посмотрим, может быть, он получше. Да, он получше, у него больше балл снаряжения. И у него работает... активное умение убийца. После убийства противника критическим попаданием урон от таких попаданий увеличится на 30% сроком на 5 секунд. Так, пассивная скорострельность. И если оружие убрано, то при перезарядке с пустым магазином 20% патрона возвращается в ваш боезапас. Ну, короче, вот. Рядом позиции под охраной противника. О, у нас гости. Что-то они так близко к нашей контрольной точке тусуются. Кто разрешил? Блин, там желтуха есть. И Boston Dynamics. Блин, желтого бы сразу вынести. Короче, ладно, сейчас попробуем этих троих заслепить. Ему хватило! Помогите! Помогите! Рядом союзная контрольная точка. Ух, псина меня сейчас расстреляет. Да ладно, еще и сзади, но... как они вот любят сзади заходить? Домосеки эти. Ауч. Это было больно.
Офигеть, они долго разбираются. Просто трындец. Интересно, слеповуха на робота будет действовать? Упс. Так, пока он сломан, надо его добить. Система урезана. Блин, это очень потно на самом деле сейчас выглядит. Даже не знаю, пойти перекалибровать, попробовать пушки свои. Они хоть как-то... Рядом обнаружена контрольная точка союзника. Соответственно, вот, кстати, у нас и рюкзачок нормальный. Попался. Так, чё с музлом? Чё с музлом? Почему мы не играем? Так, новый рюкзак. Одинаковые практически рюкзаки, за исключением того, что здесь есть плюс к здоровью. Здесь убыстрение силы навыка было. Ну, короче, одеваемся. Ну вот, набрали уже 300 баллов. В принципе, можно даже попробовать рвануть на глобальную операцию, но я чувствую, что выхвачу я там пилюлей жестких. Нужно идти калибровать пушки, чтобы повысить им балл. Ну хотя бы М4 откалибровать. Потому что чувствуется урона мало. Так, ну раз мы затеяли эту тему,
Надо закончить. Блин, боты с волхаками. Вот как он узнал, что я здесь? Требуется ручное управление. Обнаружен ключ доступа. Перехвачена трансляция врага. Процесс возобновлен. Рядом позиции под охраной противника. Ух, сейчас будет потненько. Во время эпидемии там был полицейский участок. И в подъемниках под сценой устроили камеры. Думаю, пленников посадили туда. Пройди через фойе и спустись в оркестровую яму. Камеры будут дальше. А, так здесь не бивни, а обычные дебилы. Да, блин. Не, в натуре, серьезно, ну блин. Что за паркур такой галимый? Кто перезарядиться не может, то в диваны врезается. Не хватало на этих лохопетах сдохнуть. На самом деле вот эти милишники очень неприятные.
Мало того, что они в броне, их как бы не зашотишь. Так еще, блин, хотят любви и ласки. Короче, за меня всю работу делают дроны. Ауч! Больно? Не, ко мне они не будут выходить. Ты ёб! Это очень плохо. Сейчас попробую. Состояние критическое. Блин, да он меня сейчас вырубит моментально.
Вот, отлично, дрон спасает. Геха новая, но не буду ее менять пока что. Хороший балл у нее, может быть, и характеристики неплохие, но... Я уж очень привык к эмке. Ха, здорово. Конечно, не против о чем-то. Такое вообще спрашиваешь, Ром? А, вообще, погоди. Ты имеешь в виду вместе погонять? Или посидеть на стриме? Погонять давай вообще, я только за. Да не, ну какая разница, стрим да стрим еще. Давай я сейчас в Дискорд зайду. Да. Сейчас я тебя у себя погромче сделаю. У меня тут война. Какая? Воюешь? Да-да. Ты знаешь, я это вчера прошел одну глобальную миссию, вот первую. Сейчас у меня противники апнулись до второго, как бы, уровня глобального. Вот, это то, о чем я тебе говорил. Ну, какая-то... А, сейчас... По сюжету, что ли? Да, 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 по сюжету. Короче, где-то в восточной части. Вот. И это вот то, о чем я тебе говорил, когда мы ходили в темную зону, что там противники были пятого глобального уровня. То есть, да, мы как бы поэтому там сильно насасывали. А так, в принципе, если качнуться до пятого уровня, мы бы им надавали там с дюлей. Понятно. А ты там какого чего? Как это что вообще происходит? Ну, у меня второй глобальный уровень, а уровень шмоток... 300-й, по-моему, да, 300-й. У меня первый глобальный. Ну, я еще не играл. Если ты сейчас подключишься ко мне, у тебя тоже будет второй, по идее. И ты сможешь сразу и уровень шмота капнуть. Потому что сыпаться будет тебе уже... Чекай. Шмотки помощнее. Я так параллельно тут еще, блин, чекладецкий скачал. Ну, паблик-тест, который... А. Слушай, как-то давай, так. Давай, я тоже тогда поставлю. Не, ну сейчас попозже. Как лучше играть? Считаю, у тебя и ОБС, и Дискорд, и загрузка. Да, и загрузка, и все. Вообще выглядит прикольно. Эти роторы отлетают на ура тут. То есть главный ротор, задний ротор вообще, ну... Отдельно отлетает, типа как это от траки. Все по физике, все не вот, то есть...
Роторы могут отлететь, а ты останешься. Так. Так, тебе надо подключиться. Да, но я сейчас на секретной миссии, может быть, поэтому ты не сможешь. Все, попробую побыстрее закончить. Нет, пока нет, пока нет. Да, я понял. Ну, скажешь, когда закончишь. Окей. Я пока вспомню, что тут вообще происходит. Ты что, работал всю ночь? Ага. Тут мат послал. Ну, сейчас опять надо работать. Ну, что? То есть могу, но... Работы тоже надо отдыхать. Не, ну да, ну. Конец твоей. Стук вот так. Не, на самом деле, наверное, сейчас спать ляг. Чуть-чуть поиграем с тобой. Кстати, у меня вот после нашей последней вылазки в темную зону F2000 какой-то. Футуристический, надо его попробовать. Да, вот я с ним бегал раньше. Прикольный. Это топовая пушка была в сталкере. Фал на 5,760. На, ну фал это говнофал. Говнофал, да. Ух ты, блин. Попробуй. А, вот я бы похилился. Перед разговором. Чего нет? А у тебя ты как, с дронами это? Да, конечно, с дронами. Без дронов никуда. Одному без дронов играть очень тяжело. Проверено на другом персонаже. А ты чего, кстати, на вы начал создавать? У тебя времени что ли полно? Ну, ты знаешь, это моя проблема во всех ММОхах. У меня поэтому в ТСО очень долгое время не было нормального персонажа, потому что у меня их было 9. Тебе хочется все и сразу, да? Мне хочется все и сразу, да. Хочется каждого попробовать. Новые билды. Да чё, какие тут билды, господи? Тут же шмотки же главные, правильно? Ты же можешь не своим же персонажем. Ну, по сути, да. Ну, нехилый у нее этот урон в секунду, конечно, под 200 тысяч. Единственное, что, например, я вот бегаю с дронами, да, у меня как бы они и качаются. То есть для того, чтобы использовать какие-то модули на вот умениях, нужно эти умения прокачивать, поэтому нельзя взять и просто сразу воткнуть. Новый билд. Придется все равно побегать, покачать. Так, потненько здесь было, потненько. Че нам дальше вниз куда-то? Да, разброс у нее, конечно, дикий. Чисто для ближней средней дистанции. Может стабильность попробовать. Уточнить. А, мне нужно выйти. Все, я их освобождаю, по идее. Теперь добраться до зоны выхода. О, так получше. Правда, урон уже в два раза падает. Спасибо за освобождение заложников. Надеюсь, они станут работать на нас, а не на гиен. Врачи нам Так, все, я закончил. Ходил на секретку только ради шмотки. Сейчас посмотрим, что выпало. Speak to me. I love it when Kimmy talks with me. Come on, come on, Kimmy.
dying around you for some motherfucker you remember tonight. Что выпало что-нибудь вообще? А, я там картиночку скинул с этими, да, видел? Не. Здесь в Дискорде. А. Что играем? О, снайперки новые. А нет, они не новые. Ничего себе, есть сеты, где есть все. Да. Это вообще убийство, конечно. Хотя нет, там же три только навыка активируются, правильно? Да. Интересно. Прикольно. Надо будет потом посмотреть. Так, что, тебе, да? Да, подрубайся. Единственное, что я хочу сейчас забежать на... В вашу группу вступил новый агент. На базу. О, модель 757К урона. Ага. Ага. Но при этом зарядка. Таланты не будут работать. Здорово. Все, какие-то новые прикиды какие-то. А, сыпятся эти ключи от сундуков. Парку какую-то взял или что это у тебя? Да, да. Хочется такую же это в реале. Какую-нибудь, знаешь. Ах ты мудила. А, блин, у меня же стоит фильтр. Стоит же фильтр на мудил. Сейчас, подождите секундочку, мне надо куда? Забанить мудилу надо. Чё так? Я что-то стримчанский-то выключил. Надо чуть. Да, забей. О, трек нормальный такой. Стримчанский-то выключил. Сейчас я промодерирую. Промодерирую сейчас немножечко. Так. Говорит, хочешь отключить рекламу? Напиши нам, говорит. А, мне тоже так. О, я угораю. Блин, у меня какие-то штуки. Да у меня либо фильтр сейчас слетел, либо просто надо добавить. Талант. Первый половина патронов в магазине повышает скорость. А, ну да. Да. Ну что, можешь с ней побегать. Вроде прикольная штука. Мне столько перчаток, а не хочется мне вот это... То есть у меня перчатки уже такие старые-старые. Но тут, блин, 8% урона от дробовика, я больше нигде такой не видел. Все, говнюки, пишите свою рекламу, пишите, постите у меня, пожалуйста, пожалуйста. Ты сможешь? Ты сможешь? Ты не смог ломать меня. Так, все, продолжаем. ECRSS.
ACRSS. Слушай, а я, по-моему, не бегал с такой ни разу. Каждое попадание в голову увеличивает урон от оружия на 10% сроком на 5 секунд. Слушай, а почему бы нет? Давай попробуем. Блин, вообще сложно представить, сколько здесь еще всего скрытого. Ну, в смысле, не скрытого, а потом будет. Поэтому мне надо прям... Прям, не знаю, жить. Mm-hmm. Так, она очень стабильная. И очень точная. Так. Можем повысить ее точность. Урона открыта у нас и так хватает. Так, повысить стабильность. Увеличить магазин хотелось бы, но... Дальность критов. Ну, какой-нибудь блатной цвет. Блаткнуть пиксельный гранит мне нравится. О, все, сейчас побегаем, посмотрим. Так, короче, я предлагаю что? Пофармить тебе шмотки. Ну, ты пофиг. Чтобы можно все, было пойти. Нас вот, ну, а, ну, один день, да и все, и потом, скорее всего, очень долго мне не будет играть, потому что, во-первых, платиску ты, кстати, отписался. Да, я отписался, тоже. Я, кстати, тоже думаю о том, чтобы не покупать ее сейчас, а может быть купить, когда будут скидки. Вот я тоже думаю, что, блин, все это круто, конечно, но, черт возьми, нет у меня столько времени на такую игру, на эмох. Так, ну и куда бы нам сходить? Да, пошли куда. Вот я бы... А, группа не может участвовать, все, я понял, написано. Ну, блин, нам по-любому нужно тебе поднять левел, ну, в смысле, поубивать шмотки, так что можно походить по контрольным точкам. Так, она по бочках что дает? Только опыт. Только опыт. Кстати, заметил, у дрына каждый раз такая возрождаешься, у дрына нет патронов. Да? Хрень какая. Давай по контрольным побегаем. Да. Телефончик вижу. Включает. Я, кстати, тебя сейчас бафую, когда ты находишься, по-моему, вдали от меня, у тебя увеличивается крит урон. На всяких значков что-то лисичка какая-то появляется. Да-да-да. Так, слепоуха пошла. Ой, а чё мне тогда поставлю? Двухтысячник. Рядом замечена позиция под охраной противника. Много. Ну вот, мёртвый. Эти наши чуваки, они выглядят ужасно просто. Я бы не отказался от бивней. В плане этих... Союзников. Союзников, да. Почему здесь, кстати, нельзя примкнуть к нам? Типа хорошие такие, ну, такой бред. Я ну бы да. Было бы круто, если бы можно было выбрать фракцию. Да. Грант ваш клан. Холд. Это, по-моему, первые локации прям, да? Ну да. Вижу противника. Ну чё, мне кажется, после того, как мы с тобой в темной зоне пяти уровнях пытались убить... Нам уже вообще ничего не страшно. Ничего не страшно, да.
Так мы их, в смысле, пытались, мы их убили. Да ладно, они же нас пере... А, да, да, мы же их так, так все-таки замочили. Так, че делать? Я поближе. Давай. Я слепоухой не могу до них добросить сейчас, тоже поближе подойду. Да. Типовая пошла. Ставлю турель. Пускаю дрон. Началось представление. Свет представления. Упс. Тяжело бронированный противник. А, нам этих дурачков наших там того. Да, я займусь этим. А ты уже. Линия в пути. Блин, вот не видно его. Ну ладно. Ай-яй-яй. Ой, а я чё, пушку не поменял? Попробовать. Так. Вижу дополнительные вражеские цели. Не, мне должно быть какое-то слабое место. Рюкзак! Да нет. Пах, пах, пах. Серьезно, серьезно. Пах, у всех слабое место. Даже у меня. Оу. А, что это было? Меня сейчас окатило лужей крови. Это этот. Откуда ты взялся? Шахид. А. Прикольная пушка, мне нравится. Скорострельная. Так, дрона у меня нету. Есть. Что-то вообще изи. Блин, это свои. Между своими там пытаюсь выцелить. О, господи, получилось! Открыт доступ на склад. Так, посмотрим, что на складе. Хочешь, ну и нам. А можно было побыстрее отдавать вот эти... Все, да. Я ему отдал все. В смысле, не все, а все, что ему надо. О! Походу, дробашек дали новый, сейчас поглянем. Да, шмоточки, конечно. Ой-ой-ой. Вот, а также можно увеличивать уровень контрольных точек, если выполнять задания, которые находятся вокруг них, ну типа там, ретрансляторы, заложники, ага. Конвой и так далее. Но мы этого делать, наверное, не будем, потому что нам нужны исключительно шмотки. Так. Не дробаш новый, да. Отлично.
Погнали на следующую тогда контрольную сходим. Сейчас я его. Я пойду отолью. Дробашек. Почти 90 тысяч урона. Давай уже, вперед! Обнаружена союзная колонна снабжения. На месяц. Угу. Ну я-то готов. Вроде. Прощение. Продолжаем. Так. На следующую дойдем. Ну да, куда скажешь. Рядом союзная контрольная точка. Нет, дробашек. Под 90 тысяч. Я не попадаю даже с этой винтовки. Муромс. Что это у него? Пустаете его лично. Нет. Я схожу. Дроны. Гражданские в беде. Мне не нравится эта пушка. Баб, хорошо. Что? Надо прям в этот момент пройти, потому что. Сюда! Ауч! Уявляю серьезное ранение. Ну, спасибо за прикрытие. Я был на грани. Мы все еще живы. Мы
дрына. Сразу видно, мужики, так мужики. То, что эти наши наркоманы какие-то. Вот тебе. Убью тебя! Браток, ты чё? Застенчиво. Приближается противник. Гражданские в опасности. Ой-ой, сколько. Меня обходят! Я добью его! Фига, они все сдохли, классно. Как там со щитом разобраться? Они хотят с тобой разобраться. Не нравится им твой щит. Они все так паникуют сразу. Наверху что? Зачекнем. В натуре. Кстати, знаешь, что если поговорить с заложником, он дает тебе цель? А, типа временное задание? Угу. Исаак знает, что гражданские в беде. Он же не может со спутника там летать, смотреть. Может быть, гражданские там подали сигнал СОС. Готов? Ай-яй-яй-яй-яй! Чё, сзади что ли? Блин, как-то... Как-то вообще со всех сторон! Ты знаешь, это проблема! Ай-яй-яй! Спасибо за отхил! Я, где мой дрон? Он на мне. Ты сломал мой дрон? Или его сломали? Gold Cobra. Вот этих позвал? Вижу, да. Дополнительные вражеские цели. Наркоман. Да, блин, задолбали вы дергаться, двигаться. Просто встаньте и как в тире, я буду стрелять.
хочу попасть в сумку. Но не попаду. Попаду в голову. Тяжело бронированный противник. Хэдшот. Паникёры, наркоманы. Ну, а сейчас прикончим. Хэдшот. Ой, там мужик с джавелином. Сука, валить. Валить срочно. Да, это был он. Что, он быстро умер? Ну да. Я его подготовил просто к быстрой смерти. Открыт доступ на склад. Вот это круто! У нас хватает ресурсов. МП-7 не надо? МП-7 это ПП? Не, спасибо. Ну, все-таки прикольно лучше. Прикольно, прикольно. Мне нравится в нее возвращаться. Ладно, куплю как-нибудь. Там же надо и сезон пас какой-нибудь купать сразу. Они вот-вот вроде хотят что-то новое там... Что новое, да. Планируют вроде как. Обнаружена союзная колонна снабжения. Так, координаты еще раз. Хоть 11 собираешь, не? Координирую. Да не. Смотря что, там есть шлюзак на дропаж. Не. Если у него есть перк там с дробашом, то да, можно. Понял. Так, даже не знаю, куда нам сходить за шмотками, за шмотками. Ну что, еще на одну контрольную. Ну, вообще, последняя контрольная, я пойму за водичку. Окей. Ну что-то как-то быстро не разваливаются. Я вот интересно. Один бегал сейчас. Мне было сложновато. Рядом обнаружена контрольная точка. Стойте, не расходитесь, да. А, это наш. Сейчас сек. Поменять модификацию. Да, другой сетап попробуем. А что вчера? Просто бухали, что? Да. Отмечали что? Граждан... Отмечали пятницу. Хм. Я не знаю, что я так рано встал вообще. Канину? Ты же меня... Мы тоже коня. Ты же меня это... Подразнил. Не знаю, да. У него не так сильно похмелье. Обнаружена еда. Если бы мы пили водку, например, я бы, наверное, вообще не встал. Ну, опять же, смотря какую водку. Вот если из водки, то я только Финляндию пью, потому что знаю... Во-первых, она вкусная, но она там с разными вкусами есть. Да, вот именно, что в нее добавляют... Я не знаю, что в нее добавляют, короче, но она с разными вкусами, ее прям реально очень много. Ну, в Финляндии. Вот, это не реклама.
Сумрачная! Кто-то уронил осколочную. Ну толку вот. Пожалуйста, давай его прям. Я их ослепить ослепил? Или не ослепил, так и не понял. Рядом есть еда. Ауч, это было очень неприятно. Ой, мамочка, на мне этот чувак толстый. Окей, бегу к себе. Не, не надо, туда не ходи. Окей, пойду. Еле спасся оттуда. Куда-то. А мы еще не позвали своих, да? Подкрепление в пути. Да, мы и без них, походу. Обнаружена еда. Приближается противник. Изи. Не почувствовал меня. Склад наверху, что? Да, на втором. Хорошо, да? Чика. Я вообще под завязку забил. 100. Шланцы, спасибо за пробежку. А, давай, ты типа в магаз там или куда-то, да? Ну, я сейчас с водичкой, в магаз. Я сейчас поставлю склад на загрузку. Если ты придешь и не ляжешь спать, тогда... Да, если ты напиши. Ну, вот. Почему удачно тебе стрим Чанского? Да, спасибо. Агент отключился от сети. Такс. Супер. Ну чё, мы попробуем всё-таки сходить вот сюда. Недоступно. Почему? А, группа не может. Судим из группы. Давай.
сейчас чутка попотеем. Да, сейчас, секунду. Пожалуй, поставлю ПТС-сквада на загрузку. Рядом союзная контрольная точка. Так. Слышите, не перекалибровать ли нам эмочку перед тем, как мы туда пойдем? Что-то мне не нравятся вот эти вот винтовки, если честно. Это как-то совсем. Контрольная точка у нас тут рядом захвачена, поэтому можем быстренько метнуться, попробовать перекалиброваться и... пойти уже, так сказать, в полной боевой подготовке. Агенту требуется помощь. Так, калибровка ее сделает. Вот, да, кстати, насчет калибровки я еще не совсем разобрался. Нам по-любому нужно что-то разбирать, да? Music.
У меня остался также балл 290. Натуре. То есть, если бы я использовал при перекалибровке какую-то другую, более мощную пушку. С высшим баллом, то ее бы балл скалировался, да? Можно перетащить эргономичность за место оптимальной дальности. Как думаете? Хотя оптимальная дальность тоже важна. Можно ее оставить.
another dollar in your pocket. Now I am the violence. I am the... Так, ну в общем, нечего тут больше особо перекалибровывать. Литовку не буду. Погнали, короче. Откуда быстрее? Вот отсюда. В общем, увеличить у М-ки, ну, М16, увеличить балл не удалось. Возможно, это бы получилось, если бы была другая автоматическая винтовка с более высоким уровнем. Короче, в этих штуках я еще до конца не разобрался. Ну ок. Ну ок. Так, все поудобнее. Замечены союзные бойцы. Поставлю пока эмочку. Союзная контрольная точка. Угу. Забраться бы куда-нибудь повыше. А хоть сюда. Да, блин. Гражданские в опасности. Стадион District Union. А где вход? Так, стопы. Ну, 300-й балл, в принципе. Ну, понятно, я пушку поменял, балл упал. Сот это достаточно должен быть. Чё, как зайти-то у него? Почему он у меня с замочком? Требуемый балл снаряжения 325? О чем идет речь? Мы говорим вот про эту штуку. Недоступно. Все-таки недоступно. Глобальный этап от 300 до 350. Да. А, вот, требуемый балл снаряжения 325. Я совсем сюда не посмотрел. Обломчики. Обломчики. Нам рановато сюда идти. Да и сюда тоже. 325-й. Trouble.
Так, чертеж, голографический прицел 552, и вот эти. Чего у меня до сих пор, кстати, нет. Вот туда мы и пойдем. Мы не только лишим их ресурсов, но и свои резервы пополним. В таком случае заберем чертежик. Ган поливает. Ой, сломалось. Ну давайте, давайте, разборку свою продолжайте. Не буду вам мешать. Токало. Пока других поотстреливаю. И он там сидит. Да блин, достал он там прятаться. О, здесь турель. Прикольно. Не, не, в меня не надо стрелять. Блин, отвратительное оружие. Вообще пофигу ему. Блин, как ему снять броню? Не знаю, обычно стреляешь в шлем, он, ну, разлетается постепенно. Здесь что-то... Короче, отвратная пушка. Мне не нравится. И CRSS. Можно попробовать вернуть ранее используемый МК, но у него меньше скорострельности, но зато побольше разовый урон. Может быть, с ним будет... приятнее играть. Так, а можно их как-то двоих сразу на вылет? Не, не получится. О, их тут еще и война началась. Га, их там отрезалось. Да, на таком расстоянии уже снайперка тупо не работает. Так, музыка. Мюзик. Обнаружена питьевая вода.
Boston Dynamics. Рядом есть еда. Рядом замечена позиция подозренной противника. Да ладно, ну давай собирай. Кто-то спуск? Да не пойдем. Рядом контрольная точка противника. Рядом позиции под охраной противника. Я доберусь! Прикрой меня! Я тебя прикрою! Один готов! Тяжело бронированный противник. Да сзади-то зачем заходить? Вы охренели? Бей ее! Типа взяли со всех сторон. Больше ты никого не убьешь! Я тебя не подведу! Куда сел? Пора кончать с этим! Черт! Я никого не вижу! Теперь ей крыша! О, ребята, а вот это уже интересно. А вот это очень интересно. Убил, нет? Вот это мне хочется попробовать. Вражеские цели. Yeah.
блин, с двух стволов бедолагу расстреляли. Не могу поверить. Победа! Никто не ранен. Открыть доступ на склад. Итак, нам выпала вот такая пушечка. UVOAC. У нее больше скорострельность, чем сейчас у нас МК-17. Можно попробовать ее поюзать. Какие таланты? Мстительность. Убийство противника с негативным эффектом повышает шанс критического попадания для всех членов группы. У нас это условие не будет работать. Понятно. Говно. Так все просто. Слушайте, что если я сделаю так? И вот так. Вот как она стреляет? Ну, ё-моё, она стреляет как... Винтовка. Единственное, при движении очень сложно ее контролировать. Рядом обнаружена контрольная точка союзников. Так, стоп, ее сложно контролить. И сколько урона у нее? 15к. Поболее, да. Ладно, посмотрим. Мне кажется, это будет работать так хорошо, как я думаю. А, бешеный разброс. Не получится ей работать как винтовка.
агент. В этот раз с тобой по рации будем мы с Одессой. В полицейском участке у гиен уже целый склад. Броня, дымовые гранаты и все такое. Если его отбить, они не смогут применить это против нас. И что еще важнее, все это подружит нам в борьбе против гиен и истинных сынов. Жаль, я не могу отправиться с тобой, агент. Удачи. Воу-воу-воу. Щит — это плохо. Два щита? Тоже плохо. Еще и воздушка. Ах, блин, по мне. Ребят, воюйте с ними. Чего вы со мной воюете? Где вы там? Пускальщики воздушек долбанные. Блин, так не хотелось ставить турель. Ладно, дрон. Давно я не баловался своими умениями. Офигеть, у него щит держит. Я знаю, это не по правилам, но помнишь, я просила тебя об услуге личного характера. Так вот, если найдешь там работающий компьютер, можешь поискать дело под номером 8150 и просмотреть его. Это дело об убийстве. Здравствуйте. Интересно, через забрало щита вообще урон наносится? Да! Охренеть! Это очень полезная инфа. Упс, не попал. Охренеть, через забрало можно их снимать. Это прям открытие для меня. Кайф. Файл с данными по делу 8150 загружен. Джекпот. Я знала, что у них был подозреваемый. Агент, сможешь оказать мне еще одну услугу и найти вещдоки? Они должны быть в хранилище улик. Они сложили добычу на парковке. Хранилище как раз по пути туда. Can't stop me tonight. You make me feel.
меня не спрячешься! Идеально. Получен запрос помощи. Изи. Сканирую. А вот и вещдоки. Спасибо. Я у тебя в долгу. А теперь, агент, давай им врежем как следует. Да без проблем. Давай врежем. Я теперь знаю ваше уязвимое место. Опс. Стя моя страшна. Как они дрон мой сняли, не понял. Произошло. Голографический прицел получен. Надо посмотреть, что за чертеж такой. Друга убили в самом начале эпидемии. Теперь, благодаря тебе, я смогу разобраться в этом деле. Так, а где Ехид?
этого помещения. Наверх подниматься. Куда-то не поеду, мне кажется. Пекс. Ну что, сюда на побочку идти. Гарантийная система сопротивления. Ну что-то как-то этот чертеж мне не особо интересен, если честно. Верстак в твоем распоряжении, а вот на продажу ничего нет.
Надеюсь, тебе понравится. Пока. Плюс 10 к точности. Отлично. То, что нужно. В нашем случае, конечно, дальность крит попаданий получше, наверное, будет, потому что здесь, в принципе, небольшая дальность. Поэтому я ничего менять не буду. Так, и нам еще дали... магазином. Только для чего? Для МК-20, по-моему. Так, ну вот как-то так. Поиграли немножко сегодня мы в The Division. 2:30 у нас длится стримчатский. Буду заканчивать, наверное. А, надо позавтракать. Уже пообедать. Вот. Ну, а вам спасибо, что приходили на стрим, как обычно. Смотрели в записи. И всем покедам.